Сейчас она боком. Нет, и справа, и лайма, и дочка. Вот отсюда сейчас заплыть надо. Так, отстреливать березу не будем. Засаливаю рыбу, сыплю соль, сейчас все засолим. Перемешаем. Рыба даже еще живая. Еще скажите, что как рыбку жалко. Да, это... Если кто уверяет, да, это собачья кастрюля. Ну, с нее также можно есть, кушать и все такое. Все, мы рыбу уложим правильно. Хвосты все правильно наляжет. А потом развесится. Ой, глаза режут. Вот такие дела с рыбкой. Сверху еще раз посолим. Обязательно посолим. Рыба больше свою возможность, она больше соли не возьмет. Сколько вы не сыпали, допустим, кило или два. Рыба возьмет столько, сколько ей нужно. Ну все, закроем. Гнета нету, ну плохо. Можно было, конечно, придавить, присыпать, но что сделаешь. Ну все, дальше поехали. Жизнь в Карелии прекрасна, но лучше дома. Едем по тайге. Тайга такая хорошая, красивая. Женька с топором идет. Злата пришла ко мне. Я в багажник посадил, она сидит. Женька себе дорогу готовит, чтобы на Лексусе обратно уехать. Ну понятно все. Ладно, мы занимаемся дальше делами. Поехали дорогу проверять дальше. Всем позитива. Вот тоже Укса. Мне кажется, это Укса все, да? Нет, это озеро Сиякияки. Это, блядь. Сиякияки? Да. Сейчас почитаю как на карту. Тут подкосило, если с детьми там, допустим, если приехал. Ну да. Ну мне кажется, здесь тоже и рыба есть. Блин, вот такое озерище. Да, да, красиво. Не, она там со стороны с дороги есть очень красивая. Что, нормально? Нормально, нормально, да. Спустил. Лодку спустил. Я бы не сказал, это не как селигера, ну. А вон утки плавают. Да, вон утки, да. Можно стрельнуть. Чего мы туда поперлись, на эту лужу, блядь? Вон они, утки, пожалуйста. Да не ори ты. А ты видишь, что? Конечно. На выстрел была. Да не ори ты. Села. Разоралась девка. Да, села. Ну-ка, а там, там что такое плавает на том берегу? Сейчас утку сниму.
Криковая. Что на том берегу? Вон там Чушлава. Прям по центру. О-о-о, приближай. Человек стоит. О-о-о. Вот это что такое? Ниже, ниже. Выше, 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 выше. Во, вот это что такое? Не знаю. Все, максимум приблизил. Да, а 40. Это не живое. Это не живое. Мне вот здесь вот очень нравится. Слушай, мне кажется, оно не торфяное. Нет, мне кажется, нет. А светлая вода, Жень. Не, она и там светлая вода. Не-не, светлая вода. Ты знаешь, чем-то она больше напоминает Карманово. Вот эти вот пути. Да-да-да, водохранилище. Да-да-да, заплываем. Жень, не, вода белая. Белая вода. Ну, я вижу. Но... Ну, все, черпай. Живи, как хочешь. Ну, поехали. Видео. 5 минут делов вдоль дороги. 5 минут делов. А еще удивляемся, как люди говорят. Я, говорит, на дороге на машине собираю грибы. Вот, мы тоже на машине собрали грибы. Вот они. 5 минут делов. 5. Не более. Вообще красота. Большая матушка Россия. Богата лесами и полями. Класс. Класс, класс, класс. Не пропадем мы с голоду. Есть чем поживиться, как говорится, накормить. Встали на очередном озере в Карелии. Очень красиво. Решили просто остановиться. Грибы вон растут прямо у костра. Да, грибы растут прямо возле костра. Да грибы даже растут почти в костре. Вот даже грибы растут. Червивые. А так вот ягодник вообще тут вообще обалденно. Все тоже. Чем дальше заезжаем вглубь Карелии, тем, конечно, интереснее. Тут колесо приволок, да? Дела. Пойдем к воде сходим. Вот обалденные есть острова. Вот остров такой есть. Вот. Остановился, просто решил вам показать. Ну, может быть, вот утки плавают. Спряталась. Другие тоже спрятались. Вот, ребята, вот это республика Карелия. Да, вот как бы финны, не финны, но тоже тайга, тоже север. Красиво, приятно осознавать родину нашу, матушку. Очень великолепно. Вон дождик пошел. Это я просто, опять же, остановился показать вам достопримечательности Карелии. Вот, дождик пошел. Ладно, все, давайте. Буду вас радовать дальнейшими съемками. Всем удачи. Давай, давай, езжай. А, пешком пойдешь? Я понял, понял. Грибов полно. А что там, красавчик, да, стоит? А? Прямо на стоянке? Грибов полно. О, там стояночка такая крутая.
крутой берег. Вообще тут и сплав хороший. Если на моторах. Островок. Все дела. Где? Сыроежки. Так. Где он стоит? Вон он. Ай, красавец. Мужчина. Вот он. Беленький. Красавец. Ну, иди дальше. Ты видео снимаешь? Да, да. Смотри, полная поляна. Да? Пойду поснимаю. Ребятам покажу. Все грибочки карельские. Посмотрим. Че, прям полная поляна? Самому даже не верится. Ну-ка, Жень, показывай, где это наша поляна. Офигеть. Вот они. Такая же. Сыроеги. Они маленькие, только полезные. Ну да, маленькие. Да, но здесь никого не было. Не, ну полянка ничего такая. Хорош, хорош. Вот здесь хорошо, да, тоже? И вроде черничник есть. Что, оставлять? Это, смотри, вообще красавчик. Да, хороший. Чистенький. Чистый, но. Молодой, красивый. Весь как я. Только не улыбается. Я-то иногда и улыбаюсь раз в год. При виде симпатичной женщины. О, под березой кто-то засох. Наверное. Стоит. Оставь меня, старуха, я в печали. Кто-то на дерево лазил, видишь? Дощечки прибиты. Лабаз, что ли, кто-то делал себе. Ну, карелы они такие. Вот, едем сейчас до дома, до хаты. Вот. Такая вот природа здесь, Карелия. Класс. Грибы растут. Где? Вон, белые. Где грибы растут? Да ладно, здесь еще грибы растут. Прям на дороге? Да ладно. Смотри-ка, беленький. Его шляпку сло. А что это, он криво растет или что? Да, растет так, видимо, ему что-то помешало. Да, ему что-то... Маленький красавцы, три штуки. Блин, вот первый раз в жизни я... Грибы не хожу собираю, да, а езжу собираю. Езжу собираю, да. А вон под березой, смотри. А тут их много пройдет. Да, все полно. Вот лесная дорога. Смотри, мне кажется, надо походить. О, клюква. Ой, брусника. Брусника, да. Брусника. Наступаешь прям на ягоды. Не съем. Прям по ягодам топчешься. Ну да. Давайте пустим ракету. Сигнал охотника. Часть вторая. Лайм. Не алло. Все. Дуда выстрелила. Злат как смотрит. Пугливая собака, да? А сама рвется в ту сторону, которая стреляет. Дай рук. Ты неправильно сказал. Скажи, дай лапу, блин. Поэтому она... Давай. Да я так не вылезу. Что-то. Давай, я понял. Опа. Когда есть... Ой, блин, есть что подать. Почему я не... Сковородочки помыли. Да? Пойдем.
что, газ заводить сейчас, да? Ну да. Колбаску надо только. Давай, с меня газ, с тебя колбаска. Ну и яички, естественно. Почистил рыбку. Хорошая. Ну, можешь его поправить там, нет? Он не запутался там, нет? Он перекрутил раз. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем. Пойдем, я хорошо, вон, несу щуку. Пойдем. Да, это бывшая баня. Вот эти камни разогреваются, потом накрываются целлофаном. И парятся люди. Так делается в Карелии. Такое болото течет тоже. Сейчас я его пересигнул. Тоже течет красиво, мох зеленый, красота, на болоте прям стою. Вот. Красота. Красота. Карелия. Отлично. Пойдем по болоту. О! Жень, иди сюда, черник здесь полно. Иди, здесь ковшом надо работать. Тут влажность. Тут все засыпано черникой. Я просто только прошел. Ну, я прошел столько, мне не до этого. Мне сейчас водички попить бы. Да уже не важно. Но не крупный зверь, не. По пушнине прошлись. Каменка. Куница. Да, она в камнях была. Я на видео все снял. Там такие крики были. Сейчас покажу все. Жень, смотри, сколько черники здесь полно. Все усеяно. Все черное. Спустись вниз. Вниз спустись, здесь сухо, здесь нормально. Лаймом все. Жень, тут прям реально черное все. Не-не, иди сюда, спускайся, вон. Жень, спустись сюда. Все черное. Даже как-то идти неудобно. Наступаешь на ягоды. Ладно, мы в лагерь. Едем. Щука клюнула. Это, а? Это Злата. Это Злата. А. Охраняет. Охраняет, да. Все, мы за щукой. За щукой. Я в труселях прям бегу. Сережка, я бегу, бегу. Так, собаки на месте. Там как мотор-то, я не знаю, как он сам. Кверху? Поднять его. А, сейчас подниму его. Давай, подниму его сейчас. Лайма. А видишь? Лайма, жди, мы сейчас за щукой. Блять, она ее надо в жеречку нахуй. Жень, приятного аппетита. Жень, мы на рыбалку. Подплываем. Подплываем. Так, выкручу. Вот этим веслом работай. Вот. Нет, нет. Нет. Смотри, какой бок ты хочешь. Так, вот туда ушла. Туда, вот сюда ушла. Ну. Каким-то, какой рукой тебе будет удобнее работать? Правый хочешь.
правой. Ну, все, ушла, да. Интересно, какая там. Ну, сейчас посмотрим. Ну да. Да. Вот да. Туда ушла она. Да, да, да. Пустая. О, вот она. Вот. Небольшая. Небольшая. А нам заменить нечем, да? Ой, щупачок. Да? Щупачок. Ай ты, красава, Жень, есть. Заменить нечем. Блять, заглотил, сука. Открой пасть-то нахуй. Пасть открой, зараза. Блять, что-то сопит за палец. А те молчат что-то. Все, ночечек. Те молчат. Жарятся, молчат. Ага. Ну, рядом стоят. Вон рыбка куда загладил. Ее, там ее не вытянешь. Видишь? Зуб какие. Ух. Видишь, рыбка. И берет она с головы. Загло, да. Ладно, сейчас попробуем делать. Да. Такая же, блядь. Ебать, их рот. Смотри, долго ты живец-то, блядь, мучился. Да. Ну что делать, нахуй эту, блядь? Да. Карандаши, блядь. Карандаши. Ну клюнул же. Клюнул. Лаймусь, ты меня ждешь? Нету сыночек, типа надо. Тихо, 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 тихо. Блядь, да спокойно, это же, блядь. Какой живец был, такая щука. Блядь, здоровый, блядь. Я думал, тут здоровый сидит. Живее, да, да, живее живых. Так вот здоровая плотвица была, здоровая. Ну отлично вообще. Все, все, все. Спаляюсь по реке, на озере. Отлично, отлично. А? Не, говорю, отлично, на видео снимаю. То есть не материться, да? Конечно, нет. Ну что, на моторе проем или выключать? Я не знаю. Я не вижу там спину. Не-не. Не-не, боком проходи. Во, 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 чё? Мы чё? А? Мы чё, сейчас упрёмся? А-а-а! Руками держись! Давай, 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 давай! Оба! Давай, оба! Ай-ай-ай-ай-ай-ай! Оп! Ну все, оттолкнулись. На мель сели просто. На мель, на мель, на мель, да, на мель. На мель сели. Блин! Все, оттолкнулись. Оттолкнулись. Что, смотри, это, трава. Что? Ну, трава. Берег. Не, вон, вот смотри, отсюда глухарь мелко. Прилетел. Здесь очень мелко. Здесь пойдем, наверное, на веслах. Да? Ну, надо подняться нам. Идем по парению. Все, Жень, глубина начинается. Иди садись. Я тоже. Ну. Ладно, сейчас идем. Мои девки. Искать, 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 искать. Жень, там дальше глубоко. И этот тот же рыбачил. Где? А, ну да. Всем доброе утро. 6 утра. Перегоним, перегоним.
Вот так вот расцветает. Один соболь, девки с самого приезда рванули все троем, крутанулись, и с ночи их нету. Примерно где-то с полвторого ночи, сейчас время 6, их нету. Вот такая вот, такой рассвет. Да, сейчас мы с соболем пойдем погуляем. Вот, сейчас еще женек встанет. Вот. Так, вот такое вот раннее утро. Вода торфяная. Такая, да, это речка какая-то, забыл, как Уса или Ульма. Ну, не знаю, названия финские все. Вот. Связь барахло здесь. Туда-сюда. Дорога. Ну, ягоды ночью поел. Вот. Останавливались, пока Женька ждали, пока он со своей посадкой проедет через камни. Поел ягодки. И красное там все было. Вот. Медвежьи лежали отходы, как он в туалет сходил. А девки вот сюда спустились, что-то здесь раз-раз, и ходу, и все, и больше мы их не видели, не слышали. Вот соболина гуляет со мной так. Такое вот первое утро в Карелии. Вот. Тоже поспал пару часов, перекимарил, чувствую более-менее нормально. Ну, первое, в машине пересидели, конечно, чтобы кот потемну, ничего мы не делать не стали, то мы и костер развели туда-сюда. Так, да, соболин? Первое утро наше с собой. За столько километров-то, да, соболинос? Мальчик. Где подруги-то? Две взрослые и одна кукушка. Не успел даже им ничего не одеть, ничего, ни ошейники, ничего. Кто, вскопать, что ли? Пойдем. Ну, что там? Преданный. Преданный пес. Вот. Лодку накачаем, поплаваем, мотор заведем, посмотрим. Все впереди, дней много. Грибы прямо на дороге росли, ехали, фармы освещали. Ягоды везде торгуют: морожкой, голубикой, черникой, брусникой, клюквой. Вот, как бы ягоды все есть на продаже, особенно в Ленинградской области. В Карелии тоже много стоят. Лисички продают, белые. Вот такие вот дела. Что еще? Сам еще ничего не познал. Ничего только не увидел. Туман только рассеивается. Сами видите, да, вот туманчик только вот начинает рассасываться. Вот. Соболь спал возле двери машины. Когда я лег, вот. Никуда он преданный очень. А девки вот втроем решили оторваться. Я говорю, просто даже не успел. Просто выпустил, пока мы приехали. Ну, жалко. Столько времени ехать. И они попили воды, искупались туда-сюда. Не кушать им, ничего не надо. Лайма-то с ума сошла. Злата. Как будто меня нету, мимо меня. Никто не существует для них. Чик, и все. Две утки вот сегодня прилетело. Тук-тук-тук, быстренько. Я в гусиный манок покричал, утки полетели. Движно высоко. Ярко все зеленое. Буду снимать ягоду, грибы. Посмотрю, что, чего, да как. Конечно, все буду. Фото, конечно, будет все в соцсетях. Буду стараться много фотографировать.
хорошие кадры делать. Вот. Такие вот. Вот соболинка. Преданный друг. После потери 7 суток, вот, когда ему было год с небольшим, рыбка вот умирает. Серега, а можешь удочку закинуть уже? Вот сначала надо разобрать прицеп, найти его. Не, удочки-то у меня здесь. А вот, а твои где? Я понял. Ладно, пойдем мы делами заниматься. Всех благ всем. Давайте, всем спасибо. Удачи. Сейчас делаю первый сигнал. Вот так попробовать. Что за патрон? Это сигнал охотника. Соболь. Полетела, да, сова? Какая вещь. Вот я начал доходить до первого белого своего муха. Вот. Грибы везде растут. Вот. Несъедобные. Вот, но не факт, что присутствуют разные грибы. Вот. Надо ходить. Сейчас помогу им поставить палатки. Мне палатка не нужна. У меня есть прицеп. А так вот всякие шляпки, видать. Но пока из благородных грибов Женька нашел. А вот я вчера черника есть, можно удалось чисто покушать. Вот он, белый мох. Ну, маловато, я хотел больше количества. Впереди там болото. Вот брусника есть. Батарейку чуть поснимаем. Вот она. Брусничка. Такие дела. Сухостойненько. Ну, поваленка есть, дрова есть. Это хорошо. Вот белый мох. Паутинка везде тут. Такая вот. Вот она. Он летит. Чего? Искать. Давай. Пошел. Вперед. Давай, искать. Давай. Вот такое раннее утро. Да, брусничку пособираем. Хорошая брусничка. Заваривать будем сегодня. Сделаем. Заварку такую сделаю, листочки вот эти вот нарежу, заварю с чайком, милое дело. Девки лишь бы пришли, вот что мне пугает. А вон гриб благородный торчит. Наверное. Да или нет? Да. Под березой, под осиновик. Хана ему. Ладно, пойдем дальше. Я загрузил машину хворостом. Нет, Танюх там. Танюх, ты живая? Нормально. Он загрузил Валечку. Нормально? Нормально. Соболь! Иди ко мне.
такие коряги. Машина это, я не знаю, но это же не шикарство. Я считаю, что я использую машину чисто вот то, что она мне должна понадобиться, не более того. Для кого-то это роскошь, а для меня это не роскошь. Так, машина для передвижения. Да, Соболь? Не нюхал. Где Злата? Вот! Вот такая тайга в Карелии. Булыжники валяются. Все дела. Юрка весь в дровах. Пошли вперед. Вперед. Да, вперед. Давай, давай, давай. Вперед. Я еду. Я еду, 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 еду. А еду я. А ты мои красавцы, преданные мои. Девку молодую бросили? А? Девку молодую бросили? Так, все, гнали. Все, вперед. Давай, поехали дальше. Собираем чернику. Вот она, черника. Кушаем, вкусно. И покушаем. Успеем дрова довести. Что устали-то? Златы нету. Вон, все в чернике. Соболь. На. Молодец. Вот. Целый куст. Смотри. Ну, собирай. Давай, давай, давай. Собирай, собирай. На. Соболь, на. На. Кушай, кушай. Вот, целый куст. Давай. Смотри, сколько ее здесь. Море. Ее море здесь. Грибы растут все. Лайма-то легла? Молодец. Где Злата? Нету Златы. Придет. Пойдем с собой проверим там. Это болото проверим. Где Златка наша? Где? Может здесь где? Давай след везде дадим. Блин, я не могу пролезть. Да, сейчас пролезем. Блин, куда мы выходим? Соболь, давай вперед. Ёкарный бабай. Ай, опять болото. Соболь, мы не пройдем. Мы не пройдем, Соболь. Фу, блин, лезли, лезли. Все, там вода. Я и так по колено стою. Соболь, выходим. Все, назад. Сейчас я чернички поем. Чуть. Мы уже сколько? 7 уже с тобой. Голубика. Или черника. Ребят, я, конечно, понимаю все. Естественно. Ненаигранный персонаж. Я никогда этим не занимался. У меня просто все село, ничего не работает на самом деле. Я это буду все выкидывать очень позже, чем снимаю. Я это все понимаю. Со мной верные друзья в плане собак. Фу. Мы ищем Злату. И уже не знаю, что делать, но питаемся ягодой. Я не знаю, где лагерь даже находится на самом деле. Даже карты нет. Соболь, пойдем. Соболь, пошли. Соболь, ко мне иди сюда. Соболь. Что ж ты за хулиган у меня такой?
пойдем вот так, что вот так вот. Ладно, пойдем дальше. Мы вышли на один из берегов Карелии. Заводь какая-то непонятная, течет ручей. Соболь проверяет. Старый мост там был какой-то, вон там вдалеке. Вот этот мост. Там люди ходили. Мы на этой же Укса, речка Укса. Стоим на этой речке. Соболь, я здесь. Песок, вот, пожалуйста. Вода, естественно. Торфяная, но почему-то она тут и светлая течет, торфяная по бокам. Вот такая речка, ручей. Давай, вперед, пошел вперед. Вперед, 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 вперед. Давай, пошел, пошел, пошел. Давай, 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 давай. Ну все, постой и выходи. Все, выходи. Намочился, выходи. Вот такой вот у меня соболь небольшой. Красавец. Вот, а мы поедем дальше. Искать Злату. Давайте, всем добра. Ламуся одна. Такая карельская река. Торфяная. Я думаю, будет вам интересно это все смотреть. Я снимаю вам все. Классно, да, ребят? Природа – это жизнь. Я так считаю. Посмотрите, вот, да, Карелия. Как она отличается от всего другого? Вот на этом позитиве вот хочется вот просто, вот я смотрю, когда на природу, да, я снимаю, я забываю обо всем, о всем негативе и то, что происходит. Ну и как бы, что значит забываю? Я о нем, конечно, я не воспринимаю его, ну, близко, всерьез, ну, вообще, да, ну, как бы просто... Ему как бы здесь вообще не место посреди вот такой природы, вот негативу, да, вот, ну как здесь быть негативу, быть, когда вот просто я стою и наслаждаюсь журчанием реки, как она перевалит через камни, через эти пороги, и вот эти камни вот эти стоят, гранитовые и все остальное. Ух, красота, ребята, красота. Серег, красиво, да? Подожди, так. За что я? Да за зашел. Губу, за губу. Давай, за губу, за губу, да. За губу. За губу. Блин, дождь пошел, да? Да, да, да. Я же говорю, сейчас начнется. Вот ну мы. Такое дело. Солнце светит, а там бац, вторая смена. Так, сколько? 2,5. 2,5 килограмма. Ну, трофейчик. Трофей, обалденный трофей. Мой трофейчик, первая, да. Такая щучка. Да, да, да. Но он пройдет, Серег. Обалденно. Щука на углях. Щука на углях. Да, пускай. Хорошо. Сколько минут? Да, это долго. Долго? А углей-то нет. А, углей нет. Посмотрим. Подождем, мы не спешим. Успеем суп съесть. Да? Пока тепленький. Он пропадет. Пускай. Соболь спит. Насадил червяка. Рыба играет. Лайма ждет. Соболь тоже. Да? Рыбаки. Вон сколько рыбы. Играет. Лама, не пугай мне рыбу. Пожалуйста. Че ты мне рыбу пугаешь?
Вот так я люблю. Вот такой рыбак. В удовольствие просто чуть, в удовольствие половить рыбки на удочку. Поклевочки. Вот так вот, тык. И сразу поклевка должна пойти. Я просто еще подкормил, только что они разбежались. Обычно надо выжидать где-то хотя бы минут 15-20. Вон сколько она там играет, да? Откусил кончик. Вот. Танюх по тому берегу шастает. По тому берегу шастает коза. Подальше забросим. Не хотите, так хотите. Вот давайте вот так вот. Играет везде рыба. Есть хорошая рыба здесь. Вот. Я наловил полный этот. Вот, 5-литровку. Сглазил. Мелочевки много. Вот. Опа. Опа. Платвичка. Такой наловить. Что с резкостью такое? Во. Во, поймала. Соболь. Ты будешь такую рыбку? А? Хорошо. Ладно, будем продолжать дальше. Снимать, ловить. Всем удачи. Все кушают. Все кушают по разным сторонам. Златка моя умничка. Двое суток не было.